до спецназа. Настоящей поисковой собакой. Вижу подозреваемого. Взять его. ОМОНовцы на подходе. Я погнал! Нет! Жесть! Они отпустили собаку! Нет, нет! Они бегут за мной! Смотрите, кого я увидел! Тихо, тихо! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Привет, меня зовут Влад, а 4 Гле. И снимаем супер экстремальный опряд. Снимаем их против команды спецназа Ищейки. На самом деле мы волнуемся, потому что если они найдут нас всех, они получат 10 тысяч баксов, чтобы найти самое укромное местечко. Есть какой-то веревочный городок. Круто, я спрятался наверху. Использовать такую же тактику. Погнали, изучим локацию. Я здесь прятаться не буду, потому что это первое место. Короче, у меня такой план, поэтому я думаю, что меня точно не найдут. Все, что я с собой взял, и я надеюсь, что это мне поможет. Фух, ну что, я 10 минут, чтобы спрятаться, и первая локация. Можно поднять. Нет, поднять их не получится. Решение будет это выйти на дорогу, где уже все остаются следы. Я вообще не очень хотел соглашаться на эти съемки. 100% уже это делали, ловили преступников. Очень холодно, на мне уже надеты две куртки. Каждый из нас взял 3 вещи. Быстрее, быстрее. Так, сейчас, секунду. Так, вы могли понять, камуфляж — это моя любимая тема. Найти какое-нибудь укромное местечко. Может быть, притвориться бревном? Ладно. Я уверен. Потому что я в прятках. Просто мастер. Камуфляж. Кобяков по-любому взял. Еду. А напишите в комментариях, чтобы вы взяли вот в таких вот зимних условиях. Смотрите, кстати, где. Тут есть полоса препятствий. Лежу, и они будут думать, что я где-то здесь. А я отсюда убегу. Опа! Пока что спрятаться здесь и показать вам, что у меня есть с собой. Так, тот, кто может найти меня с максимальной вероятностью, у меня есть преимущество. Это хрустящий снег. Это устройство называется отпугиватель собак. Кое услышит рядом со мной, вряд ли ей захочется сюда подходить. Первая вещь – это снегоступы. Бегать становится очень трудно. Ты пробегаешь метров 20, и ты уж... Ух, ну что ж, снегоступы готовы. Давайте пройдемся. Реально круто работают. Еще кое-что, но пока что я вам этого показывать не буду. Пойдемте такое поищем. Так, нужно утеплиться немного. Что здесь есть еще? Какие-то металлические. С моим телосложением и портфелем туда я не залез. По снежному лесу нелегкая задача. Фу. Ладно. Ребята, посмотрите, это настоящий тир в лесу. Какая-то сетка. Меня заметно? Так, есть одна идейка у меня. Нравится в этих прятках. Смотрите, как здесь офигенно, какие-то конструкции. Ходу машина. Может быть, я смогу в ней прятаться? Так, сейчас вот. Кое-что, что я вам еще не показал. У меня есть первая улов, очень круто помогает, потому что она теплая и заметна издалека. Бревно. Спецназовец увидит ее издалека и подумает, что это я по руку. Теперь надо найти более такое укромное местечко. Так, отлично. Так, теперь нужно срочно вернуться по следам. Смотрите, кого я увидел! Когда я в детстве ломал снеговики, было очень весело. Ладно, прости. Не, ребята, я так не смогу, я уже взрослый. Братик, давай! Сломать. Все, братан, прости. Отлично видно. Видно просто немножко шапочки, но не видно человека. Я предлагаю пройти еще поглубже, там, где много всего расположено. Как вы поняли, у меня тактика пускать всех по ложному следу. О, здесь есть какое-то здание, может спрятаться в нем? Зырьте, там баня, потому что оказывается, что она находится на воде. Это безопасно для всех, кроме спецназа. Табличка. Опасность, проход запрещен. Я бы туда не пошел. Сейчас я найду какую-нибудь палку. Короче, план плюс-минус хороший. Самое главное найти палку. Прячем рацию. Офигеть, здесь такой крутой, так много места. И, кстати, все это убежище, оно металлическое. Пол. И быстро вбегай туда. Ну все, в принципе, я все подготовил. Опа, идеальная. Время установить нашу предупреждающую табличку. Сейчас отнесу куда-нибудь подальше, выброшу, чтобы я не спалился. Все следы оставляет очень-очень хорошо. Этого леса или еще кто-то натоптал на пирсе. Пойдемте выбросим портфель. Положу его осмотреть. Это его еще более запутает. Разбросаю их по разным местам. Вот тут. Блин, ну слушайте, пока спецназ будет склеивать, здесь еще и портфель. Мне кажется, про меня уже вообще забудут. Оператор, оставайся здесь, не сделай лишних следов. Так, блин, как он тут ходил? Ноги можно сломать. Это было опасно. Кажется, я нашел это место. Пай немножко.
Рация пока что убираю. Уже на озере. Я бежал сюда минут 5. Очень устал. Здесь, под этим пирсом. Но я вижу, что там спрятался Глент. По факту нету. Но я вижу камыши. У меня есть идея по существующим следам к этим камышам, чтобы спутать собак. Так, у меня с собой есть еще бинокль. Активирую грелку. Сяду с биноклем. Подойдут слишком близко. У меня есть пламя. Я скалолазов, поэтому знаю, как это все работает. Он поднимается вверх, а вниз не дает. Как можно запутать? Я буду идти следами наоборот. Потому что если найдут Глента, меня точно не пойдут здесь искать. Ну что, Фели? Конечно, Кобяков, чипсы, термос с чаем. Такая вот шляпа с уткой. Я ее надеваю, мерзнуть, и приземляемся сюда. Пиратов, помоги мне, я сейчас накроюсь ветками, а ты меня присыпь снегом. Спасибо, деньги поделим пополам. Полежал я минутку, подумал, а спрячусь немного поглубже. Лежанку из камышей также я сделал мягкий настил, шляпу. Превыше всего. Так, проверяем, вниз не едет. О, если у меня видимость плохая, значит, я хорошо спрятался. Ко мне. Я на нее нажму и надеюсь, что этот план сработает. Верху. Посмотрите, какой здесь крутой вид. Это весь лес. Если я лягу аккуратно и не буду двигаться моего места, посмотрите, что здесь есть. Здесь есть крепление. И если ОМОНовцы меня запали, вторая попытка спрятаться. Короче, место просто супер. Лежать на льду достаточно холодное занятие. Лед толщиной где-то 30-40 сантиметров. Никогда не гуляйте по ледяной речке. Это может закончиться не очень круто. Ну что, ребят, стали намного масштабнее и намного круче. А 4 есть своя шкала крутости. Смотрите это видео, то вы нубы. Ага, смотрите, поставили лайк и подписались для эксперт. Если ты эксперт, я это проверю. Давай, погнали. Ну что? Раз-два, меня слышно? Цель ясна. Банду блогеров найти, задержать. Территория, конечно, огромная, но кто ищет? Так, что там у нас? Давай туда проверим. Кажется, тир. Опа. Кажется, они здесь были. Четливо слышу несколько человек, значит, это ОМОН. А если они ходят группой, значит, это для меня тревожный знак. Прячься, Кобяков. Камера была далеко, не смог вам показать в своем отпугивателе собак, потому что в интернете говорят... Какой-то подозрительный ящик, да? Вижу подозреваемого. Взять его! Следу. Рекс, взять след. Давай. Смотрите. Коду я выиграл. Но если что, помните, да? Ребята, я слышу, как они ходят рядом. Фух, они прошли и не заметили меня. Шансов на победу. Чтобы было удобнее нажать, я снял перчатку. Они уже здесь рядом, я нажимаю. Туда! Еще одна ловушка. Кобяков, когда шел к себе в камыши, он очень сильно наследил. Ну ладно, мы тебе позже пройдем. Я еще плохо свои следы замел. Так, я, походу, опять слышу их звуки, хочется измерять. А что это? Так, я же все предусмотрел. Собаку, уберите собаку. Ого, какая точка. Остались еще трое. Часики тикают. Вообще такого не ожидал. Мне сказали, что прошло всего 15 минут. Залазь. Следы. Смотрите в оба, он где-то рядом. Рюкзак, рядом где-то смотрите. Ребята, я вижу. А в мозгах? Думайте, парни, думайте. Рекс, проверить? Нормальная табличка, не надо. Надеюсь, что мой отпугиватель собак сейчас сработает. Кажись, получилось. Я на нее нажал, она отбежала. Круто, но страшно. Спецназ хочет все проверить сам. Попался. Меня нашли. Вяжи его, вяжи. Да нормально все, нормально. Какой мужик ты что? Я надеюсь, я не первый. Кого-нибудь еще нашли? Да. Я слышу, как они походу арестовывают Глента. Приютку. И дальше маскируемся. Посмотрите, кого сюда везду. Ребята, шутки не шутят, конечно. Просто поймали. Очень экстремально, очень страшно и очень обидно. Высоко. Лезть мы туда не будем. Да, да. Вон там. Все, попался. Слышь, канату. Стой. Давай за ним, давай, боец. Это нет. Ну что, ребята, я хорошенечко закрепился. ОМОНовцы на подходе. Я погнал! Есть! Они отпустили собаку! Нет! Они бегут со мной! Нет! Я удираю! Я должен быстро перепрятаться! Так, снимаем. Точно нужно найти новое место. Ну что, время у спецназовцев почти вышло. Достаточно далеко от меня, поэтому я пристал. Тихо! Попался, экстремал! Это кто? Это
Че, не нашли? Да. Не нашли! Блин, надеюсь, его не найдут. Не надо, я боюсь собак. Остался только пухлый. Принюхивайся. Давай, давай, мужики, пошли. Ну, миссия провалена. Возвращаемся домой. Проиграли! Чего? Ты выиграл, Кобяков? Камыши сработали? Да. Ты понял? Что? Значит, победила команда А4. Ну что, подписчики, надеюсь, вам понравился настоящий поисковый собака территории. Ставьте лайк под это видео. С вами был я, меня зовут Влад А4. Всем пока.